Приветствую, коллеги! Ассаламу алейкум! Мир дому вашему! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как настроить резервное копирование и восстановление данных с помощью клона Zilla. Таким образом, мы познакомимся с одной из самых лучших утилит на рынке, которая позволяет выполнять резервное копирование и восстановление данных. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Institute, кандидат технических наук по специальности информационные технологии. А здесь я представляю университет Садико, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить свою квалификацию, повысить свою экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Ну и вот как раз сегодня мы будем проводить мастер-класс. Мастер-класс – это новый формат обучения, основанный на принципе learning by doing – обучение на практике, ну или практическое обучение. Собственно, коллеги, если вы хотите как раз получить вот те самые навыки, умения, знания, которые можно потом продать работодателю, да, то есть найти хорошую высокооплачиваемую работу, то, пожалуйста, повторяйте за мной все, что я буду делать, да, то есть я вам буду показывать, как настроить вот это самое резервное копирование и восстановление, ну а вы просто возьмите и повторите. Вот такой вот принцип этого дела. Итак, поехали. Следующий важный момент, это все, что я буду сегодня вам показывать, есть в статье в нашем блоге. Ссылка на статью под этим видео, поэтому можно перейти, и там текстовая версия, по сути, сегодняшнего мастер-класса. Следующий этап. Для того, чтобы нам настроить вот это самое резервное копирование, нам понадобится создать загрузочную флешку. Для этого нам понадобится утилита, которая называется Rufus. Собственно, ее необходимо скачать с сайта Rufus.ie. Опять-таки ссылка под этим видео. Соответственно, я захожу, нажимаю скачать Portable Version. Значит, необходимо скачать версию, которая не требует инсталляции. Просто запустим, установим и, как говорится, все. Собственно, я уже это дело все скачал. Скачал, где мои загрузки. Загрузки. Вот, собственно, у меня Rufus уже есть. Следующий этап, коллеги. Это необходимо будет нам клонезилла. Где ее взять? Зайти на сайт clonezilla.org/downloads. Вот, собственно, ссылка опять-таки под этим видео. Я, собственно, скачал stable версию. На сегодняшний момент это 2.8.1.12 версия. Причем это Debian Base версия. Поэтому тоже необходимо это дело все вам скачать. Итак, нажимаем. Следующий этап. Нужно выбрать архитектуру. Я буду выбирать AMD64, потому что у меня относительно современный компьютер. Тип файла загрузки я буду выбирать ISO-образ. Мы его дальше с помощью Rufus запишем на флешку. Ну и репозиторий. Значит, коллеги, тут, по-моему, SourceForge более быстрый репозиторий, OSDN более медленный. Ну, одним словом, посмотрите, какой быстрый, какой медленный. Но все равно достаточно медленно загружается. Опять-таки, я уже загрузил Rufus. У меня это... Rufus, clonezilla, вот она загружена, 324 мегабайта, поэтому я все сохранил заранее, чтобы, как говорится, не затягивать сегодняшний мастер-класс. Ну и следующий этап, нам необходима флешка, я буду использовать флешку на 16 гигабайт, CruiseBlade, это SanDisk, вот вставляем и, как говорится, будем это дело все сейчас записывать и сообраз. Значит, что важно, когда я вставил флешку, то мне, собственно, появилась диск D у меня на компьютере, то есть это флешка, здесь, как видите, и написано SanDisk. Поэтому обратите внимание, еще раз, важно знать номер или букву диска вашей флешки. Следующий этап, запускаем Rufus. Rufus, так, нажимаем, запускаем от имени администратора, да, продолжить. И вот здесь вот необходимо, собственно, выбрать в устройстве нашу флешку. Обратите внимание, это диск D, коллеги. Важно не перепутать. Если вы перепутаете флешку с каким-то другим диском, то можно затереть данные и, соответственно, вы их потеряете. Поэтому еще раз D. Дальше. Нажимаем на кнопочку «Выбрать» и выбираем мою клонезиллу, которую я скачал накануне.
окей. Ну и, собственно, CloneZilla предлагает, Rufus предлагает нам записать вот в таком режиме CloneZilla, да, то есть это MBR, BIOS или UEFI. Дальше метка, давайте исправим, сделаем clone, давайте маленький все, CloneZilla. Вот FAT 32 и размер кластера 8192 байта. Ну и, собственно, коллеги, нажимаем старт записи. Записывать будем в режиме ISO образа. Окей. Ну и вот здесь появляется предупреждение о том, что, собственно, не перепутайте диск с другими дисками, потому что можно затереть данные. Я убедился, что у меня D это SanDisk, это флешка, и нажимаю окей. Ну и, собственно, начинается процесс создания загрузочной флешки. Пока флешка у нас создается, коллеги, вернемся к резервному копированию и восстановлению. Собственно, все эти темы, они относятся к кибербезопасности. Вы должны помнить о том, что кибербезопасность, собственно, это методы, технологии, практики защиты данных, защиты информации, защиты систем от всевозможных хакерских атак. Таким образом, все вот эти методы, технологии, практики сводятся к граням куба кибербезопасности. Есть такое понятие, как куб кибербезопасности, в нем есть грани. И одна вот, собственно, с этих граней – это доступность. Доступность вашей системы, доступность ваших данных и так дальше. Собственно, ваша система, ваши данные должны быть максимально доступны. Современные системы доступны 99,999%, так называемая 5 девяток. Так вот, коллеги, чтобы добиться вот такой дичайшей доступности, вы должны регулярно выполнять резервное копирование. Ну и в случае чего вы можете вот так вот легко все это дело восстановить. Поэтому, еще раз, резервное копирование и восстановление – это один из разделов, по сути, кибербезопасности. Поэтому важно уметь это дело выполнять. На самом деле, даже если хакеры что-то там у вас сломали, то не обязательно сидеть и там выяснять, что оно не работает. Намного проще и быстрее это восстановить, если у вас, соответственно, все это дело настроено. Это важно. Поэтому вот сегодня мы и занимаемся вот настройкой вот этого самого резервного копирования и восстановления. Собственно, с теорией по кибербезопасности все. Дальше, коллеги, приглашаю вас на курс «Введение в кибербезопасность». Это небольшой курс, который расскажет основные вот эти все направления, которые есть в кибербезопасности. Стоит он $24, 6 занятий, 2 недели. Поэтому приходите, ссылка под видео, вот и вы, собственно, этому всему научитесь. Итак, флешка у нас уже записалась, поэтому готово все. Я нажимаю на кнопку «Закрыть». Дальше давайте откроем этот компьютер, зайдем вот на диск D, ну и мы видим, что тут уже вот появилась моя CloneZilla. Следующий этап, выключаем компьютер полностью, да, я нажимаю пуск, завершение работы, и мой компьютер, собственно, выключается. Следующий этап, коллеги, необходимо попасть в меню загрузчика компьютера, меню загрузчика BIOS. Собственно, у меня компьютер Fujitsu, поэтому это кнопка F12. На вашем компьютере это может быть другая кнопка, например, F11, F10, F8, F9, F2, F1, Escape и так дальше. Поэтому при загрузке компьютера BIOS обычно пишет, какую кнопку нужно нажать для того, чтобы попасть в меню загрузчика BIOS. Итак, я нажимаю одной рукой на кнопку включения, другой смотрю на экран, и когда я увижу надпись «Нажмите F12», вот она, нажал. Вот, то я попадаю в меню загрузчика. Выглядит оно вот таким вот, собственно, образом. Значит, что здесь важного в этом самом меню? Значит, здесь необходимо найти нашу флешку. Собственно, вот у меня SanDisk. Только обратите внимание, то, что SanDisk здесь присутствует в двух вариантах. SanDisk – это, соответственно, в классическом варианте загрузки MBR или Legacy. Ну, есть более продвинутый вариант UEFI, да, соответственно, UEFI SanDisk. Соответственно, это более новый метод загрузки. Если у вас современный компьютер, то у вас будет присутствовать только UEFI. Ну вот, я выберу в UEFI, у меня флешка записана тоже в UEFI, поэтому я выбираю UEFI SanDisk и здесь просто нажимаю Enter.
Поехали дальше. Вот здесь появляется такое вот красивое меню. Да, это меню загрузки клона Зилы. Собственно, что дальше? Здесь необходимо мне выбрать второй пункт. Второй пункт. Это клона Зила Live VGA 800 на 600 Turam. Turam. Что значит Turam? Это означает, что клона Зила будет распакована во время загрузки, да, в оперативную память. Рекомендую вам выбирать именно Turam для того, чтобы быстрее работала, да, то есть скорость работы оперативной памяти намного выше, чем флешки. Поэтому выбираем Turam и здесь нажимаем Enter. Следующий этап это выполняется уже загрузка клона Зилы. Да, вот здесь вот видно, как грузится по сути мой Debian. Так, грузится, да, тут вот распаковывается файловая система Squash.fs, вот, так, скорость загрузки приличная, 26 мегабайт в секунду, собственно, флешка достаточно быстрая, вот, так, включилось уже видео драйвера появились под иксами. Ну и вот, собственно, я попадаю вот в такое вот меню. Значит, что важно здесь, коллеги, здесь необходимо выбрать язык системы, на которой вы будете работать с клонозилой. Я выбираю English. Я пробовал, кстати, и другие языки, но не везде корректный перевод. Поэтому я оставлю английский, потому что хотя бы на английском я понимаю, что оно будет делать-то на самом деле. Так, выбираем English, US, UTF-8 и нажимаем ОК. Кстати, переходить между пунктами меню, значит, вверх-вниз, это стрелки. А чтобы попасть на кнопку ОК, нужно нажать табуляцию. Пожалуйста, это дело запомните, это важно. Итак, нажимаем. Дальше, раскладка клавиатуры. Какую раскладку клавиатуры оставить? Собственно, я оставлю по умолчанию English. Почему English? Потому что вот я буду вводить там IP-адреса, там все эти вот названия файлов и так дальше. То есть это удобно делать на английской раскладке. Поэтому оставляем English, нажимаем табуляцию и ОК. Собственно, дальше, собственно, уже это была подготовка. Ну, а теперь уже запуск клона Зилы. Я оставлю все по умолчанию. Стартинг клона Зила, вот, без всяких дополнительных каких-то нюансов. ОК. Следующий этап, коллеги, это режим работы вот этой самой клонозилы. То есть здесь необходимо выбрать, в каком режиме, что вы дальше хотите делать. Значит, давайте я вам кратко расскажу, какие здесь есть пункты и что они делают. Значит, device to image, соответственно, это вы будете выполнять резервное копирование или восстановление устройства или раздела в образ. Image – это образ, да? Дальше, device. Соответственно, вы можете клонировать один диск в другой. Но для этого эти диски должны быть в вашем компьютере. Дальше, третий вариант, remote source. Это, соответственно, ваша клонозила будет выступать в качестве источника данных. А remote destination – это куда вы будете эти данные отправлять. Да? Соответственно, то есть, по сути, надо два компьютера. Вот один будет у вас источником, второй назначение, и вы данные будете туда клонировать. Дальше, Light Serve и Light Client, это, соответственно, похожий образ, только похожий принцип действия, как Remote Source, Remote Destination. Единственное, что это уже как бы стандартная установка, развертывание вот этого сервера, с которым вы будете работать. Значит, все вот эти режимы, кроме первого, они более сложные, поэтому мне это пока не надо, вполне достаточно первого варианта Device Image. Поэтому я выбираю Device Image. Собственно, здесь ОК нажимаем, да, и, соответственно, начинается запуск моей клонозилы. Так, следующий этап, коллеги, это куда мы будем выполнять вот это самое резервное копирование. Значит, какие тут варианты? Значит, варианты Local Device, соответственно, если у вас подключенный USB-флешка или USB-жесткий диск, то вы можете Local Device выбрать. Вариант номер два. SSH сервер. Соответственно, вы можете выполнить резервное копирование на удаленный SSH сервер. Samba – это по протоколу SMB, NFS – это по NFS, WebDAV, кстати, вот тоже один из хороших режимов работы WebDAV. Единственный недостаток WebDAV, в принципе, хорошо работает, я проверял,
Недостаток вообще в принципе протокола WebDAV в том, что вы не знаете, сколько там места на сервере. Да? То есть, если его маловато или нету, то, собственно, плохо закончится все это дело. Дальше можно на AWS, ну, в Amazon в смысле, да, все это дело отправлять. Можно в RAM диск, ну и так дальше. Соответственно, я выберу вариант номер два, который называется SSH сервер. То есть, мы туда это дело все как раз вот возьмем и будем копировать. Так, выбрали, нажали ОК. Значит, следующий этап — это уже настройка сети моего компьютера. Я хочу получить IP-адрес по DHCP, поэтому я здесь нажимаю ОК. Так, следующий этап, он предлагает мне IP-адрес сервера, куда я буду выполнять копирование данных, ну или восстановление, да, то есть здесь необходимо указать IP-адрес сервера, куда мы будем это все делать. Значит, коллеги, у меня накануне сервер подготовленный, у него IP-адрес 192.168.15.32, это обычный, какая-то там Ubuntu стоит, вот, ну и с SSH сервером, да, все как бы никаких нюансов нету. Нажимаем ОК, дальше порт это 22 стандартный в SSH. Вот. Дальше указываем имя пользователя, под которым я буду подключаться. У меня имя пользователя UDAFF. Вот у вас может быть какое-то свое, там вы можете создать. Да? Значит, нажимаем ОК. Следующий этап — это необходимо указать путь, куда вы будете делать резервную копию или откуда вы будете восстанавливать образ, да, вот путь к образу, это еще раз на сервере. Значит, я создал, причем путь нужно, обратите внимание, написано use absolute path, то есть нужно полный абсолютный путь указывать. Я создал отдельно папочку sdb/clonezilla. Значит, вы можете выбрать или создать у себя там, еще раз, это накануне нужно создать. Я рекомендую создавать покороче пути, чтобы, как говорится, меньше букв, меньше печатать. Итак, это дело все указали и, собственно, нажимаем ОК. Следующий этап, собственно, Clonezilla хочет уже подключить этот диск, да, вот, и здесь необходимо нажать ОК. Соответственно, следующий этап, SSH — это шифрованный протокол, да, поэтому вот здесь вот происходит обмен ключами RSA, ну и вы здесь необходимо, чтобы напечатали YES, то есть вы подтверждаете использование вот этих ключей шифрования. Дальше необходимо указать пароль для данного пользователя на удаленном сервере. Соответственно, я указываю пароль. Так, все, подключение. Вот, собственно, вот важно, смотрите, подмаунчивается мой сервер, и обратите внимание, что размер диска 458 гигабайт, используется 254, свободно 181. То есть использовано 55 гигабайт места. Таким образом, получается, я знаю, сколько места на удаленном компьютере, на удаленном сервере. Это важно, поэтому контролируйте, чтобы было куда это дело все, как говорится, выполнять резервную копию. Здесь нажимаем Enter, ну и, собственно, происходит дальше загрузка и подключение моего сервера. Следующий этап — это режим работы. Я выберу режим работы по умолчанию, да, соответственно, это beginner, мне его, собственно, будет вполне достаточно. Ну и вот дальше самый интересный вариант работы — это, собственно, save диск, save partition, да, соответственно, сохранить диск, сохранить образ какого-то раздела. Ну и третий, четвертый пункт — это restore диск и restore partition. Соответственно, восстановить диск, восстановить partition. Ну и тут дальше еще какие-то там варианты, recovery ISO zip, check image restorable, ну и так дальше, encryption там, ну и так дальше. Значит, нас будет интересовать в этом мастер-классе, собственно, первый и третий пункты. Это, соответственно, save диск и restorable диск, да, то есть я буду сейчас выполнять сохранение образа, диска в образ, ну а потом выполню восстановление диска из образа. Поэтому выбираем и нажимаем табуляцию, ОК, save диск, да, то есть будем делать копию клонирования диска. Итак, дальше нужно указать, собственно, вот имя моего диска. Здесь имя предлагается по
дате, да, вот вы можете придумать свое какое-то имя, вот как бы, давайте, так, давайте я, значит, здесь много букв, да, 12, 12, 12, так, это, давайте сделаем попроще, значит, 12, 05, 05, 22, минус Fujitsu, да, Fujitsu, вот, EMG, да, ну, чтобы было понятно, что это за компьютер. Так, собственно, с этим ясно, да, то есть указываем, что у меня за компьютер, что у меня за образ, имя его, и нажимаем ОК. Следующий этап, это происходит поиск дисков, какие есть, и вот здесь система мне говорит, что найдено два диска, вот, соответственно, я ставлю пробел напротив диска SDA. То есть нужно сделать пробел напротив того, пробел и табуляция ОК, напротив того диска, который вы хотите склонировать. Собственно, я буду клонировать SSD-диск 128 гигабайт, Lightonic, LCS 128, да-да-да-да. Да, кстати, здесь есть второй диск SDB, это моя флешка, там так и написано, что-то Cruise Blade, SanDisk, да, то есть я ее не буду как бы клонировать, мне надо клонировать именно диск компьютера. Поэтому нажимаем, выбрали SDA и нажимаем ОК. Собственно, следующий этап, это CloneZilla предлагает сжать этот образ, да, причем будет использоваться gzip компрессия. Меня, в принципе, вполне устраивает gzip, поэтому я нажимаю табуляцию, ОК. Вот. Следующий этап, это checking, repairing source file system, значит, проверка и, может быть, восстановление файловой системы того диска, откуда я буду это дело клонировать. У меня, ну, Windows рабочий, я же при вас вот только что его показывал, да, значит, у меня как бы вполне он устраивает, поэтому я не буду ничего там проверять, я просто здесь выбираю и нажимаю ОК. Дальше, значит, следующий этап это проверить образ, который сохранился. Соответственно, тоже важный момент, да, то есть Restorable, то есть он поддается восстановлению этот образ или нет, поэтому здесь я выбираю Yes, да, я действительно хочу проверить, поддается восстановлению мой образ, который я выполняю, или он вообще ничему не поддается. Так, здорово, нажимаем Yes, OK. Значит, следующий этап это Encryption. Собственно, CloneZilla спрашивает, нужно ли зашифровать образ вот моей резервной копии. Значит, я выберу No. Почему No? Потому что я выполняю резервное копирование на сервер, который находится, собственно, вот рядом возле меня. Но если вы делаете резервную копию в какое-то публичное облако, ну, например, в там Amazon куда-то там, да, еще где-то там, вот, то есть вы не контролируете эти данные, то, конечно, лучше все это дело encryption делать, все-таки шифрование. Но я без шифрования, поэтому, значит, not to encrypt the image и нажимаю ОК. Следующий этап. Когда будет закончено выполнение резервной копии, CloneZilla спрашивает, что дальше делать. Что делать? Ну, ничего не делать, да, то есть я выберу, чтобы она меня спросила в конце, что делать. Поэтому я оставляю первый вариант и нажимаю здесь ОК. Здесь нажимаю ОК. Ну и, собственно, дальше появляется команда, да, по сути, которая будет выполнять вот эту вот резервную копию. И если мы все правильно выбрали, то нужно нажать Enter, чтобы это началось резервное копирование. Собственно, Finding Partition, вот Found, Select Device. Ну и вот, видите, собственно, начинается все это дело. Собственно, все найдено, все готово. Вот, are you sure to want to continue? Вы уверены? Да, я уверен, что хочу. Здесь нужно написать yes и нажать Enter. Ну и, собственно, резервное копирование начинается. Вот появляется такое окошко и начинают диски по очереди клонироваться. Да, клонироваться. Первый клонируется SDA, это 471 гигабайт, это мой диск, который recovery, системный диск recovery, вот он сейчас уже
клонируются. Что важно, скорость клонирования можете посмотреть где-то 700-770 мегабайт в минуту, 750 мегабайт в минуту. Так, начинается второй диск SDA2. Это диск 100 мегабайт, это UEFI загрузчик. Вот видите, он быстренько склонировался. Третий диск у меня 16 мегабайт, какой-то совсем маленький. Вот что это такое маленькое. Так, а теперь пошел SDA4. Это, наверное, мой уже NTFS, где, собственно, находится система. Да, да, 127 гигабайт device size, FREE98. Ну вот, пожалуйста. Значит, скорость загрузки, если вы посмотрите, 1,36 гигабайта в минуту. Да, то есть вот, вот таким образом это дело все клонируется. Ну и система пишет, необходимо 23 минуты 43 секунды, чтобы это дело все выполнить. Таким образом, коллеги, клонирование началось, ну и здесь его необходимо подождать, пока все это дело успешно завершится. Что важно, скорость клонирования будет зависеть от быстродействия вашего компьютера, вашего сервера. Но опять-таки мы включили сжатие, поэтому опять-таки это влияет на скорость, да, то есть более медленно, потому что сжимается. Если вы включите еще шифрование, будет еще более медленно, но зато будет все же зашифровано. У меня сеть 100 мегабитная, ну, по-моему, это нормальная скорость загрузки для 100 мегабитной сети. Если у вас гигабитная, ну, то считайте, что будет в 10 раз меньше, да, то есть не 23 минуты, вот, а каких-то там, собственно, 2 минуты, да, то есть, поэтому вот такой вот принцип этого дела. Здесь просто берем и ждем, когда это дело все закончится. Так, 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 еще что-то тут копируется, клонируется. Это, я так понимаю, уже пустые блоки с данными, они тоже, тоже клонируются. Так, 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 так. Так, 93%, 98%. И, пожалуйста, 100% все скопировали. Так, еще что-то. Ага, это, я так понимаю, идет проверка, да, коллеги? То есть мы же ставили проверку, да, вот, соответственно, calculating checksum, происходит проверка всего, всех данных, которые мы склонировали. То есть система CloneZilla убеждается в том, что да, действительно, все данные скопировались, склонировались в идентичности. Да? То есть сейчас как раз происходит вот эта самая проверка. Проверка образа прошла успешно. Ну и система говорит, что для продолжения вот нажмите Continue, Enter. И вот, собственно, дальше нам необходимо выбрать, что дальше. Я выбираю выключение компьютера. Power off. И, соответственно, компьютер будет выключен. Вот такой вот момент. Так, done. Значит, так, все завершается. Завершается. Диски отмонтируются. И компьютер, собственно, у меня выключился. Почти выключился. Так, 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 все, выключился. Достаем флешку, да, и включаем компьютер. Собственно, следующий этап, коллеги, я хочу вам как бы показать, что сейчас хочу испортить мой Windows, да, то есть вот давайте представим, что мою систему испортил какой-нибудь вирус или какой-то пользователь нерадивый, да, взял и покоцал систему. Ну, давайте пример такой возьмем. Значит, проводник, да, давайте я запущу проводник от администратора. Так, 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 ага, он так не запускается от администратора. Ну, ладно, давайте просто проводник. И удалим, что-нибудь удалим. Значит, ну, давайте я попробую удалить папку, ну, чтобы не грузился мой компьютер, да, давайте попробуем удалить папку Windows. Продолжить. Так, что не хочет удаляться, нет? Так, что-то удаляется, что-то не очень, да. Значит, ну вот я беру и коцаю систему фактически, да, хочу
испортить. Кстати, кто знает, как испортить систему, пожалуйста, напишите. Вот я пытаюсь удалить папку, значит, программ файлы. Смотрите, все почти удалил. Да, давайте еще вот эту. То есть я беру и коцаю мою систему по полной программе. Так, да, какие-то файлы открытые. Вот взял, все поудалял. Смотрите, да, то есть что можно было поудалять, поудалял, да, у меня даже уже Mozilla, наверное, не запустится, видите, уже не запускается. То есть у меня вот система поломанная. Все, коллеги, представим, что все, система не рабочая, да, то есть пользователь, давайте все поудаляем по максимуму, все, что можно, да, я Shift-Delete удаляю, обратите внимание, вот, все удаляется. Коцаем максимально систему, вот, кто знает, как ее вообще убить, напишите. Так, да, все удаляем. То есть я хочу сделать так, чтобы мой Windows был максимально неработоспособный. Ну вот видите, да, я все поудалял. В папке пользователя вообще ничего нету, да, уже и Mozilla нету. Вот все, что можно, да, давайте еще корзину очистим. А корзины у меня даже нету, да. Ха, ничего нету. Значит, все, вот у меня система покоцанная, да, обратите, она уже не работает, да, вот такие вот всякие артефакты в ней. Значит, что дальше? Ну, выключаем компьютер, да, если выключится он вообще, выключится, да, выключился, почти выключился. Ну, а дальше, коллеги, наступает следующий этап мастер-класса, это восстановление данных из образа. Для этого я беру свою флешку с загрузочную, да, с установленной клонозилой, вставляю в компьютер, нажимаю кнопку включения. Выбираю в меню загрузчика BIOS F12, да, значит, вот F12. Ну и здесь выбираю UEFI SanDisk, вот так. Ну а здесь фактически все те шаги, которые мы с вами уже выполняли. Значит, VGA 800x600 TURAM, понятно, да? Дальше раскладку клавиатуры. Эту локаль я ставлю English. Так, да, ждем, пока загрузится. Так, загрузится. Так. Распаковывается Squash.fs. Так, система прекрасна. Одна секунда. Так, init.tmg. Так, все распаковывается. Так, драйвера для видео. Так, значит, локаль оставляем, как и прежде, English USA. Раскладку клавиатуры английскую. Вот. Дальше старт клонозилла, как обычно. Ну, дальше режим работы. Опять-таки, первый вариант Device Image, тот, который нам интересен. Ну, а дальше SSH сервер, да, потому что мы образ будем восстанавливать с SSH сервера. Дальше необходимо получить IP-адрес, здесь под HCP традиционно. IP-адрес сервера вводим, у меня был 192.168.15.32, окей. Порт традиционный 22, имя пользователя у меня был UDAFF, окей. Дальше путь. Абсолютный путь к образу, где хранится образы, это sdb/clonezilla. Так, это накануне я все подготовил, да? Окей. Значит, следующий этап, это нужно будет согласиться на ключ шифрования yes и ввести пароль к моему серверу. Так, пожалуйста, зашел. Так, да, это вот место, обратите внимание, уменьшилось, да, то есть собственно, на образ, который мы сделали, израсходовалось порядка 15 гигабайт. Вот. Дальше режим работы Beginner, мне вполне его будет достаточно. Ну и вот здесь, вот, коллеги, самое важное, то, что нам нужно выбрать третий пункт, это Restore Image to Local Disk. Да? То есть, еще раз, мы накануне делали Save Disk as Image, ну а здесь мы делаем Restore Image to Local Disk. И нажимаем ОК. Так, собственно, дальше. Дальше система посмотрела, какие
есть образы на сервере. У меня, собственно, тут три образа, обратите внимание. Ну и я ищу, которые мы делали сегодня. Да? 12.05.22, Fujitsu EMG. Вспоминаем название. Выбираем и, собственно, нажимаем ОК. Собственно, после этого происходит анализ. Да? Выбираем, на какой диск мы будем это дело все восстанавливать. На мой 128 гигабайт. Да? Нажимаем ОК. Значит, check the image before restoring. Проверить image перед тем, как восстанавливать. Нажимаем ОК. Вот. Дальше, что сделать в конце, когда восстановление будет завершено. Здесь я выбираю choose, да, то есть система меня спросит, что делать, когда все восстановится. Ну и я нажимаю ОК. Дальше, система пишет маленькими буковками, вот, собственно, ту команду, которая будет выполняться. Вы уверены? Да, уверен. Нажимаю Enter. Ну и, собственно, дальше начинается, вначале идет проверка. Вот всего этого дела, значит, starting to check image, да, идет проверка контрольной суммы, что образ у нас не покоцанный, причем обратите внимание каждого раздела, то есть у меня было раздел recovery, вот он 471 мегабайт, 100 мегабайт, второй раздел был у меня UEFI, вот, дальше, следующий раздел это NTFS, вот UEFI начался, второй раздел, третий раздел это NTFS, собственно, с Windows был, который большой, 118 гигабайт. Вот он, 127, 100, да, 96 было, 29 было занято, свободно 98, да, 118. Ну и вот, собственно, все это дело начинает к восстановлению. Значит, что дальше, коллеги? Еще важный момент, да, давайте вернемся к нашей кибербезопасности. Что важно? То, что вся абсолютно кибербезопасность, коллеги, она прикладная. Прикладная. Что значит прикладная? То есть кибербезопасность, она всегда к чему-то прикладывается. Вот, да, ну, например, то есть что вы защищаете? Ну, систему, там, Linux, Windows, да, то есть получается, что если вы хотите быть действительно специалистом по кибербезопасности, то вы должны быть прикладным специалистом, разбирающихся в конкретной системе. Ну, например, в Linux. Да? Соответственно, коллеги, я вас приглашаю на курс Linux с нуля. 2 недели, 6 занятий, $24. Добро пожаловать. Дальше. Все же это по сети. Обратите внимание, да, то есть кибербезопасность это не какой-то отдельный раздел, да, это прикладывается всегда к чему-то. К сети, например, мы же все делаем по сети. Вот, поэтому приглашаю вас на курсы по сетям. Вот, курс CCNA, фундаментальный курс от простого к сложному. Вот, вы узнаете, как работают эти сети и, собственно, сможете их самому проектировать и, собственно, даже строить. Ну и на этом можно очень даже неплохо зарабатывать. Курсы наши все с трудоустройством. Это важный момент. Итак, смотрим, что у нас тут дальше. Значит, дальше у нас идет, значит, проверка всего этого дела. Или уже даже восстановление. Восстановление 22 минуты. Ну вот скорость восстановления приблизительно такая же, как и скорость резервного копирования. Да? То есть было где-то там 1,5 гигабайта в минуту. Ну, сейчас чуть меньше. 1,32 гигабайта в минуту. Поэтому здесь нужно дождаться. У меня сеть 100 мегабитная, поэтому вот такая вот скорость. Если у вас будет вот, собственно, гигабитная, то будет в 10 раз больше. Поэтому, опять-таки, упирается все в производительность компьютера и в производительность конкретной системы. Ну, и здесь ждем. Так, проверка раздела завершилась. Ну и, собственно, начинается восстановление. Значит, что здесь важно, коллеги? Значит, спрашивают, что вы уверены, что система будет продолжить восстановление. Здесь нужно нажать Yes. Yes, вот, Yes, вот. Ну и, собственно, дальше начинается восстановление. Так. Так, восстановление разделов, все полностью, вот как у нас было. Ну и, собственно, здесь еще раз мы ждем. Значит, что важно, то, что каждый раздел хранится в отдельном,
архивы, да, в отдельном образе. Вначале восстанавливается вот SDA1, это Recovery Partition, вот, который 471 мегабайт. Дальше, следующий раздел у меня это UEFI 100 мегабайт, FAT32. Вот, и третий раздел, это у меня, собственно, сама уже Windows. Так, первый восстановился. Так, значит, следующий раздел, значит, это SDA2, FAT 100 мегабайт, FAT32 100 мегабайт, UEFI загрузчик восстановился. Ну и, собственно, переходим, система переходит к третьему разделу, который самый большой, это, собственно, NTFS. Вот он, значит, так, NTFS, вот он, 127, сколько, 118 гигабайт, 29 занято, 98 свободно. Скорость восстановления порядка тоже 1, и сколько тут, 1, и вот 15 мегабайта, да, то есть, собственно, опять-таки упираемся в скорость производительности сети. Сети, ну и, собственно, вашего компьютера, потому что все это дело сжато GZIP-ом, поэтому нужно распаковать и, собственно, записать. Так, скорость Germanium 25 минут 30 гигабайт, ну вот, 100 мегабитная сеть. Здесь мы тоже ждем. Так, восстановление завершено. Вот идет проверка разделов. Вот. Так. Идет восстановление загрузчика, коллеги. Так, вот здесь. Так. Вот, пожалуйста. Все у нас успешно восстановилось. Дальше нажимаем Enter. Ну и система спрашивает, что мы будем делать дальше. Я выбираю верхний пункт. Это Power Off. Выключаем фактически наш компьютер. Так, происходит размонтирование, вернее, отмонтирование всех этих наших разделов, отключение от сервера и выключение. Так, power down, все прекрасно, здорово. Достаем флешку, так, флешка мне больше не понадобится, ну и включаем компьютер. Так, включаем, так, BIOS, ничего не нажимаем. Должна начаться загружаться наша Windows. Так, прекрасно, здорово. Мышка появилась. Здорово. Так, вводим пароль. Пытаемся войти в систему. Добро пожаловать. Вуаля, вуаля. Смотрите, все прекрасно. Все восстановилось. Давайте зайдем в мой компьютер. Вот, пожалуйста, пользователи есть. Папка Program Files. Где, кстати, есть Mozilla. Вот, все у нас здесь есть, да, то есть все прекрасно, пользователи, вот, пожалуйста, все восстановилось, все просто идеально. Давайте проверим Mozilla, Mozilla тоже у нас запускается, то есть никаких проблем нет. Таким образом, коллеги, мы полностью выполнили восстановление системы буквально за каких-то там 5 минут. Вот такая вот интересная история. Поэтому, если у вас есть вопросы, коллеги, пожалуйста, пишите, вот какими вы утилитами пользуетесь, какие у вас впечатления от клона Зилы, вот, может, что-то не получается. Ну и вообще, все наши мастер-классы, они фактически по вашим заявкам. То есть, вот, наши коллеги, студенты просили как раз показать клона Зилу в действии. Ну и я вам, собственно, это дело все вам показал. Дальше, коллеги, напоминаю о том, что необходимо систематизировать знания, потому что наличие этих самых знаний, наличие квалификации приводит к повышению заработной платы. У нас курсы с трудоустройством, поэтому, пожалуйста, приходите, учитесь, мы поможем с трудоустройством. Итак, введение в Linux, Linux с нуля, 2 недели, 24 бакса. Введение в кибербезопасность, 2 недели, 24 бакса. DevOps.net, введение в DevOps.net, программирование, программируемые системы, коллеги, 10 практик, небольшой такой курс практически, где вы научитесь программировать, работать с API интерфейсами, то же самое, $24, фундаментальный курс по сетям, CCNA, правда, будет дороже уже, ну и там и платят, как говорится,
побольше. Вот. Поэтому приходите, мы все это дело будем вам помогать. Ну и напоминаю о том, что, коллеги, вот сила в единстве, помогайте друг другу. Ассаламу алейкум. Берегите себя и своих близких. Несите тяготы друг друга. На этом все. До свидания.